комментирую. Не могу. Второй полуфинал. Кубок в конференции Б. РСВО и Русал играют. РСВО в оранжевой форме. Русал в форме красного цвета. Это противостояние мы видели в чемпионате. Давайте посмотрим, с каким счетом заканчивались поединки этих команд. Сейчас какой-то дальний удар плотный. Итак, в первом матче Русал одержал победу 3-2, зато во втором проиграл со счетом 0-3. Пришлось по техническим причинам немного отвлечься от матча, но счет у нас 0-0. Голов забитых не случилось. Видимо, команды ждали моего внимания. Вот сейчас как начнут забивать, будем надеяться. Так вот, дважды встречались они по ходу чемпионата. Русал забрался выше РСВО на 3 очка. И на одну строчку в турнирной таблице. У «Русал» 4-е место, у РСВО 5-е. В четвертьфиналах РСВО 1-0 сначала обыграл «Майкрософт», затем терпел поражение от «Майкрософт» со счетом 0-1, но в серии пенальти оказался лучше. 4-3 в этой футбольной лотерее. У «Русал» были матчи с HSBC. Многие, наверное, помнят эти матчи, особенно второй матч. Но вот сначала «Русал» в первом поединке 3-2 обыграл, а потом «Русал» встречался с HSBC в последнем матче чемпионата. И это был матч за второе место. И одновременно за второе место в чемпионате, и одновременно второй матч четвертьфинала. И получилось, как за счет победы в основное время с счетом 2-1 HSBC забрал серебряные медали чемпионата, но затем была серия пенальти, и там 2-1 победа «Русал», и за счет серии пенальти «Русал» вышел в полуфинал. Латкулин не нашел адресата для передачи. Давай, РСВО очень неуступчивая команда. По ходу сезона продолжали они наигрывать состав, оттачивать комбинации, взаимопонимания. И с каждым туром все эти компоненты, да и многие другие футбольные, росли, множились.
И РСВ играет, конечно, все лучше и лучше. Татари хорош на выходе. Строганов. Сам пошел. Сам ударил. Татари спасает. Нарушение правил в атаке. Фалит Латфулин. Ну, такой игровой фол. Нет желания причинить вред, а от азарта. Пять с половиной минут уже сыграно. Пока без голов. Индивидуального прохода, но здесь нужна помощь. В одиночку оборонительные рубежи РСВ не преодолеть. Петров. Латфулин из чужой штрафной не выходит. Петров. Не торопится РСВО. Ну, а, собственно, куда еще целый тайм? Второй впереди. Да и в этой 10 минутке осталось сыграть прилично. Лишние силы тратить РСВО не намерено. Бор Строганова, Латфулин с Петровым. Вот этот треугольник знаменитый. Но Строганов остался в центральном круге. Но вот только сейчас подключился к атаке. Может быть, зря. Пойди он вперед. Могло получиться интереснее. Латфулин. Удар. Хороший прихват. Еще один удар сильнейший. Много работы у голкипера «Русал». Вот Фулин. Удар снова. РСВО насилит как на «Русалов». Ох, классный пас. Удар точно! Латфулин забивает, выводит. РСВО вперед. 1-0. Ну вот он результат общего давления. Много было моментов. Много было ударов. И рано или поздно должно было это закончиться
взятием ворот. Благо для РСВО, что не поздно, а достаточно рано. Да, получается, что у нас-то команды любители серии пенальти, и те, и другие вышли в полуфинал именно после таких серий, в четвертьфиналах своих. Так что любопытно будет посмотреть, кто из них выйдет победителем, если в основное время счет будет равным. Закончилось время, отведенное на первый тайм. 1-0. РСВО и Русал будут играть еще 10 минут. 1-0. РСВО удалось выйти вперед за счет большого количества атак, общего давления. Ну, вообще... РСВО играет очень и очень здорово. Удар Строганова, по-моему, пришелся в его широкую, могучую грудь. Игроков найдите. Чисто отобран мяч. Ушел все-таки мяч за пределы поля. Буквально на пару сантиметров, но вышел. Удар. Хороший такой. Полуудар, полупрострел на дальнюю штангу. Здорово. Хорошая перспективная атака получается. Кулин дотянулся до мяча. Очередной удар. РСВО не намерены переходить на свою половину поля. Опять мы видим давление оранжевых.
Еще одно нарушение правил. Третий фол РСВО. Русал не свалил ни разу. Здесь можно и пробить. Принято другое решение. Кулин корпусом борется. Выигрывает борьбу. Бьет. Строганов забрасывает мяч вперед. Русалы забирают мяч под контроль. Отбор. Кулин развернулся и ударил. Очень нужный перехват. 3 в 2, контратака. Нет. Увенчается успехом она. В центре поля мяч вообще перестал задерживаться. Снова Петров блокирует. Кулин, хороший подкат. Кидает мяч поля. Нарушение правил. Почти на линии штрафной. У Русал второе нарушение правил. Удар отбивает его вратарь. Удар. Да. И кому-то из футболистов Русал даже показал, что мяч в сетку влетел. Влетел, но не с той стороны. Он с тобой.
попытка прохода по дальнему флангу. А последняя минута уже матча пошла. И по-прежнему минимальное преимущество РСВО. Удар. Мимо. 41 секунда. РСВО. Ну, эти 30 секунд уже можно мяч подержать где-нибудь поближе к линии поля. Русал берет тайм-аут. Вернулись команды на поле. Русал. Упустил полевого игрока вместо голкипера. Ты что, не можешь ему пас отдать? Он один стоит. Латфулин передачу сделал. Речью нацеленную. 18 секунд. Все, время на последнюю атаку. Вот и она. Ударом нужно заканчивать атаку. Латфулин. Чемпион по подкатам. И мимо пустых ворот летит мяч. Но это уже не важно. 1-0. РСВО в финале.